Потому что любая молекула, которая не идет как химический продукт в чистом виде, а сцеплена, особенно сложной органикой, а вот виски очень сложная органика, особенно при тщательном его изготовлении выдержки, то, естественно, прямого такого токсического действия, как ректифицированный спирт, конечно, будет на 3 порядка меньше. Да. Кстати, а можно провокационный вопрос? Да любые, давайте. Как думаете, что у вас в бокале? Вот проанализируйте. Ну, это точно не Гленфарклс, который мне нравится, 12 лет, но это 16-18 лет вискарик. Очень хороший. Явно, что бочки с переливами были. Хорошая вещь очень. Восемнашка Глендронах. А, Глендронах, ну, близко. Это понятно. Качественная вещь. По цвету вычислили? Запах. Я хоть и старый, но дело в том, что проблема вот у стариков связана с тем, что обоняние утрачивается. У нас очень медленно восстанавливаются обонятельные клетки. Дело в том, что для того, чтобы образовалась новая связь, то есть вот здесь примерно на перегородке у нас таких по квадратному сантиметру даже чуть меньше обонятельных клеток основных. И они дают прямой отросток в обонятельную луковицу, которая из мозга и действует в надглазничной области. И они восстанавливаются примерно за 80 дней, вот когда она начинает дифференцироваться, образовывать отросток, запускать туда. Это восстанавливается штука, но очень медленно. И у молодых быстро, а у стариков медленно. Но для этого нужно первое – обращаться к своему обонянию, то есть его тренировать, в том числе и виски. Полезное занятие. Но вот. А во-вторых, надо следить за тем, что вы в нос пихаете, потому что если непрерывно капать туда всякую гадость, то обоняние утрачивается очень быстро. Но у нас двойное обоняние, поэтому на самом деле комплекс ощущений намного более сложный, потому что у нас основное обонятельное, и которое дают в обонятельные луковицы, а есть дополнительное обоняние, которое вот действует на носовой перегородке, где хрящевая перегородка начинается. Это так называемый орган полового обоняния. Мы им напрямую, или в омероназальный орган, напрямую запах не воспринимаем, но воспринимаем феромоны и разные аттрактанты. И вот как раз запахи тонкие, они не столько влияют, как запахи, а как вот эти вот самые смолистые экстрактивные вещества, они тоже явно оказывают влияние. Потому что, ну, известно, что там для женщин одни надо напитки, чтобы их соблазнить и погубить. Для мужчин другие. Здесь есть и половой диморфизм, и половые пристрастия. Это отдельная большая тема. Но суть в том, что у нас неосознанные ощущения, как и в половой сфере, там привязанность, неприятие, неприятные ощущения возникают в омероназальной системе, которая не воспринимает запах, а как бы действует сразу на подсознание. Мы не понимаем, что она работает. И основная обонятельная система, где мы вот эти все запахи ощущаем. Но в данном случае идентификация была по запаху, имеется в виду просто выдержанные виски. А вы сказали восстанавливаться. Восстанавливаться после чего? Да после чего угодно. Нафтизином побаловались, еще чем-то сожгли, еще что-то сделали, какое-то безобразие. Клетки всю жизнь восстанавливаются. Они живут несколько месяцев, потом погибают. И потом вырастают новые, образуются. Поэтому динамический процесс. Но с возрастом, как все такие процессы, восстановление замедляется. Поэтому старики обычно не очень хорошо воспринимают запахи. Сомелье там древних мало. Но у меня, к моему счастью, или, может быть, за счет тренировки, сохранились следы обоняния. Поэтому я еще могу что-то там идентифицировать. Ну, тогда вот в продолжение, а потом вернемся к тому вопросу, на котором мы прервались. Какое время активности рецепторов обонятельных до наступления усталости? Или это индивидуально? Это очень индивидуально, конечно. Есть тренированные мерзавцы, которые могут долго, так сказать, но это не всегда так. Потому что рецепторы у нас обонятельные, они, во-первых, надо сказать, очень плохо исследованы. Потому что было увлечение лет 10 назад, там открыли
гены обоняния, там тысячи генов, это бред сивой кобылы, потому что на самом деле у человека чуть больше там, 25 тысяч генов, чтобы там 10 тысяч из них занимались обонянием, но это безграмотная вещь. Хотя Нобелевскую премию получили. То есть дело в том, что на самом всерьез обонятельной рецепцией очень мало занимаются. Но она никого не интересует, потому что заработать на ней очень сложно. А вот понять бы, как она работает, это было бы здорово. Почему? Потому что, естественно, возникает обонятельная усталость. Это физиологическое явление. Ты вдыхаешь запахи некоторое время разные, нюхаешь, принюхиваешься, пытаешься различить, и через там, час-полтора возникает усталость. То есть ты перестаешь различать. Почему? Потому что мы, с одной стороны, мы микросматики, то есть существа, у которых обоняние развито плохо. Во-вторых, обонятельная луковица – это всего лишь навсего вот такой вот размера первичное ядро, куда поступают сигналы. Там всего несколько десятков тысяч клеток. Поэтому ресурс для восприятия вообще ограничен. Ну и сами рецепторный аппарат у нас малюсенький. Ну, представьте себе, что у обычной акулы, которая любит тут закусывать там, моряками в Тихом океане, обычно только в одной ноздре площадь поверхности обонятельного эпителия равна вот такому столу. Представляете, там 1,5 квадратных метра. А у нас 1 сантиметр. Ну, это курам насмех. Мы, конечно, очень сильно утратили обоняние, и поэтому, кстати говоря, разнообразная стимуляция его разными запахами, в том числе алкогольными, которые повышают чувствительность, потому что с алкоголем смешан еще запах, не просто так. Это очень полезное дело. И вот есть любители духов там всяких, тоже хорошая вещь. Есть цветы пахнущие разные. Ну, как-то я не склонен наслаждаться ароматами половых органов растений, я все-таки предпочитаю виски. Как-то это поприличнее, мне кажется. Вот. И усталость наступает быстро. То есть вот 1,5 часа мы не очень обонятельные существа, поэтому запас, ресурс небольшой. Плюс центры в мозге, которые занимаются анализом, они тоже очень небольшие. Там всего несколько кубических сантиметров нейронов. То есть несопоставимо, например, зрительной системой, слуховой. Поэтому наступает быстрая усталость. То есть мы не можем бесконечно различать меняющиеся запахи. Вот резкие какие-то, да, там трупные запахи, гниения, распада, там, это да. А вот тонкие ароматы, мы устаем. Примерно 1,5-2 часа, 3-4 напитка предел. Причем надо все время омывать, то есть использовать минеральную воду. Причем сначала, например, высокоминерализованную, чтобы промыть. Потом там дистиллят, то есть или чаи там очень жиденькие. То есть это большое искусство, на самом деле, чтобы вот насладиться рядом напитков. Нужно постараться. Это такая серьезная работа над собственным рецепторным аппаратом. Она обогащает. Но она не вызывает мокрой спины, но усталость, да. Ну, плюс, наверное, тут накладывается усталость от вообще деятельности мозга как анализатора. Потому что ну, мозг вообще работать не хочет. Мозг вообще работать не хочет, и как анализатор работает плохо. При первой возможности ленится, потому что у него есть внутренние прекрасные способы избавиться от труда. Потому что если вы хотя бы на 1% снижаете расходы мозга, ну, сейчас приведу пример просто. Когда мы спим, у нас 9% всей энергии организма расходует мозг. Да? А когда мы активно думаем, напряженно, 25%. Любое падение на 1% энергетических расходов мозга, то есть вы перестаете думать, начинаете плыть по течению, да? Это награждается. Причем награждение очень сильное, намного сильнее, чем прекрасные виски. У нас вырабатываются очень хорошие вещества, каннабиоиды и опиоиды, внутренние, эндогенные, внутри мозга. Отсюда у людей такая зависимость от праздности, лени или каких-то религиозных увлечений. Потому что в обмен на недумание они получают внутренние эндогенные наркотики. Это страшная вещь, потому что человек готов делегировать любые свои индивидуальные особенности в обмен на такую праздность, поддержанную внутренней такой зависимостью. Это страшная вещь, страшнее, чем алкоголь, потому что люди настолько становятся зависимы и убеждены, что даже идут на смерть ради вот этой самой зависимости, а ничего другого.
к сожалению. Можно ли развить, осознанно развивать рецепторы обонятельные и те, которые связаны с осознанной дегустацией? Да, конечно. Можно развивать, но для этого нужно тренироваться. То есть главное, что бесполезно говорить. Вот у меня был как-то случай такой. Я тестировал несколько коньяков сразу. И вот пока человеку не поставишь рядом там 4 бутылки разного коньяка и вслепую не попросишь попробовать, доказать ничего невозможно. Человек должен сравнивать. То есть это должно быть не просто там, я там раз в день там выпил там вечером 50 миллилитров. Не об этом речь идет. Развивать можно, занимаясь сравнительной дегустацией. Дегустация, вот что называется, одного напитка ни к чему не приведет. У нас, к сожалению, еще раз подчеркну, в мозге мало представлена вкусовая и обонятельная рецепция. Рецепторный аппарат у нас плохой, мы микросоматики, то есть плохо развитое обоняние и вкус. Хотя с вкусом чуть получше, чем с обонянием, но тем не менее. Единственное, как можно развивать, это сравнивать. Если вы сравниваете там 2-3 напитка, ну, если мы говорим в отношении виски, то тогда это действительно серьезное развитие. И тогда вы постепенно, не увлекаясь чрезмерным употреблением, можете совершенствоваться в этом отношении очень хорошо. Опытный человек, там, я 10 лет назад, если в помещении пили там какой-нибудь коньяк, спокойно мог через сутки сказать, какой именно. Вот. То есть запах, если там не все вымыли с хлоркой, то он сохраняется очень хорошо. И, конечно, развивать надо, потому что это та область мозга, которая у нас, в общем-то, мало востребована. Вы посмотрите, как везде пахнет. Это какая катастрофа. Это ужас. Ну, вот. А почему? Потому что люди не принюхиваются, они почти не пользуются обонянием, особенно в современном городе. Если говорить о модной болезни, то, конечно, ковид вызывает потерю обоняния. Ну, я уже об этом многократно говорил, но скажу еще раз. Это может быть несколько причин. Самое страшное, которое вызывает долгое восстановление, это разрушение самих клеток. Есть такое? Есть. Они быстрее всего не напрямую разрушаются, а опосредованно через нарушение кровоснабжения. Микротромбозы, капилляры разрушаются, и клетки гибнут. На их восстановление нужно в среднем там, от полугода до полутора лет, зависит от возраста. Это один вариант. А другой вариант, когда вот эти микрососудистые нарушения в обонятельном эпителии, они не очень сильные и обратимы. То есть человек, что называется, в легкую перенес, тогда, например, обоняние пропадает на 2-3 недели, а потом начинает довольно быстро восстанавливаться. Это значит, что клетки не погибли после нарушения кровообращения. Больше ничего. А это очень индивидуальный процесс. Здесь все зависит от личной сосудистой системы, но и от, скажем так, злобности заболевания, которое вы получили. Если оно многократно уже пересевалось, оно теряет свою активность. А если это, так сказать, слабое пересевало, мало количество пересевов до вас было, то вы будете болеть очень сильно, как правило. У меня, во-первых, вот есть такой момент, может быть, потому что обоняние слабо развито, потому что с детства у нас вообще никак не воспитывается это. То есть зрители там учат рисовать ребенка, учат слушать, учат писать, музыка, спорт, физиология. А с обонянием то, что связано, вообще никак не развивается. Ну, здесь простой очень принцип. У нас обоняние не востребовано. У нас обоняние не востребовано. Почему? Потому что, ну, во-первых, у нас холодно. У нас 9 месяцев в году, если говорить о средней полосе России, мороз по ночам. Поэтому, конечно, обоняние не так широко используется, чисто вот утилитарно. Но участок-то мозга большой, тем не менее, сравнительно. Потому что исторически наши полушария возникли как производные обонятельной системы. Половой и обонятельной. Полового обоняния и основного. Поэтому зависимость, способ воздействия, стимуляции огромный. Все-таки духи мы используем, там всякое такое, запахи, охотимся. Можно или нельзя? Да, можно. То есть для этого нужно, наш мозг очень просто работает. Если вы решаете конкретную задачу, она не решается, он подключает новые области, пока ее не решит. Так устроен мозг.
Поэтому любой способ, вот в данном случае, если говорим про обоняние, подключение, а там много чего входит в обонятие, кроме обонятельной луковицы, обонятельный бугорок, переформная кора, там, то есть и архипалеокортекс, то есть это достаточно большие куски, то есть можно через них стимулировать, да, действительно, можно стимулировать и внимание, и, скажем так, ассоциативные некоторые процессы идут лучше. Ну, известно же, что кто-то там любил яблоки, кто-то из великих писателей, художников, ученых, политических деятелей. То есть запахи играют всегда очень большую роль. И самое главное, что с их помощью можно действительно стимулировать интеллектуальную деятельность. Потому что, думая над какой-то задачей, стимулируя себя запахами, ты подключаешь те области мозга, которые не были задействованы для решения этой задачи. То есть, иначе говоря, чем больше нейронов ты вовлечешь любым способом в решение конкретной мыслительной деятельности, то есть конкретной задачи, тем лучше будет. И в этом отношении обоняние, учитывая особенно у нас в стране, вещь вообще забытая и заброшенная. И когда люди вдруг неожиданно обнаружили у себя мозг, что это тоже не всегда бывает. Некоторые так до конца жизни в это и не верят, что он у них есть. А потом еще выяснилось, что есть еще и обоняние, что это обонятельный мир, а он огромный, очень своеобразный. И тогда они начинают получать новое удовольствие, потому что ранее неведомые. Именно поэтому на дегустацию ходят люди с таким удовольствием. Не столько там выпить, сколько получить новые сенсорные ощущения, которые раньше им были неведомы. Это хороший способ стимулировать в том числе и себя. Но это то же самое, как сходить в оперу, в балет или на хорошую музыку. Примерно то же самое. Мозг очень уважает такие поступки и стимулируется хорошо. Ну, тогда получается, обонятельные рецепторы и само воздействие на алкоголь, алкоголя на мозг, они антагонисты, потому что обонятельные рецепторы включают конкретные части мозга, задействуют в том числе и вот, я не помню, как называется эта часть, которая отвечает за ассоциативность и образность. А когда уже делаешь глоток после того, как вдохнул и принюхался, что называется, а мозг задействуется целиком, возвращаясь к вопросу о том, как действуется на... Здесь другая же еще история. То есть мозг, дело в том, что после при приеме небольших доз алкоголя мозг растормаживается.